Здравствуйте! Вас приветствует агентство недвижимости в Мерсине Дипгари Минкюль. Сегодня мы рассмотрим квартиру 1+1, находящуюся в районе Мизитли, микрорайона Тадже. Стоимость квартиры составляет 135 тысяч турецких лир. При курсе доллара и евро на сегодняшний день, 27 февраля 2020 года, приблизительная стоимость составляет 22,5 тысяч долларов и 20,5 тысяч евро. Комплекс находится рядом с развилкой шоссе, по которому с легкостью можно добраться в любую часть города, до аэропорта. Также шоссе идет в сторону Алании. Находится комплекс в 800 метрах от моря. В 1,5 километрах находятся средняя и начальная школы. Рядом располагается частный колледж. Комплекс находится в шаговой доступности от автобусных остановок и продуктовых магазинов. Располагается квартира на 8 этаже. Общая площадь составляет 70 квадратных метров. Жилая площадь 50 квадратных метров. В квартире имеется одна спальня, кухня совмещена с гостиной, один санузел. В квартире есть готовая отделка, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей. Готовый к использованию санузел. Комплекс состоит из двух корпусов, на территории имеется бассейн, детская площадка, генератор, открытая парковка. Комплексу 1 год. Газовые коммуникации готовы, но еще не подключены. Искан в процессе получения. Thank you.
Thank you.